Жены скандально известного актера Павла Прилучного похвалились, чем их наградила природа. Случайно или намеренно, но практически в одно время Агата Муценица и Зипюр Брутян опубликовали сторис, где блеснули фигурами. А точнее, пятой точкой. Молодая мама Зипюр показала отдых и рыбалку. На фото актриса стоит спиной к камере у пруда. Образ у нее расслабленный, майка и белые брюки. Публика пришла к выводу, что недавно родившая Брутян еще не до конца пришла в форму, хоть Прилучный и заставляет ее потеть в зале. Белые штаны придали объема и подчеркнули недостатки, заявили злые языки. Попа как лопата. Что-то Зипи раздалась. Неудачный наряд, пишут в сети. Тем временем одинокая, но самодостаточная Муценица порадовала подписчиков более откровенным контентом. Бывшая Прилучного в крошечном купальнике исполнила соблазнительный танец. Извивающаяся актриса показала себя со всех сторон. Пользователи оценили, признав, что звезда в роскошной форме и однозначно побила Брутян в этом состязании. Огонь. Фигура супер. Куколка. Пашка локти кусает. Зипюр до Агаты далеко, заявили комментаторы. Впрочем, Муценица, похоже, и думать забыла о бывшем и его новом семействе. Сейчас актриса наслаждается отдыхом на море и выглядит абсолютно довольной собой и жизнью.